Друзья, с вами StealthPro, и сегодня я покажу мод на боулинг для Майнкрафта Pokestation. После установки этого мода в вашей мере появляется настоящий боулинг, с помощью которого сможете поиграть в вот такую очень клевую игру. Ну что ж, как видите, на здесь такие разноцветные кегли, и чтобы их сбить, вам понадобятся вот такие разноцветные мячики. Но мячики могут быть разноцветные. Ну что ж, также мод влияет на специальную форму, которую вы можете одеть и стать настоящим... Ну, я не знаю, как их называть, но сможете играть в боулинг. Ну, по идее, без одежды вы тоже сможете играть в боулинг. Ну что ж, давайте начнем. Во-первых, также одежда валяет вот такой зум, который вы можете включать и выключать. А дальше давайте перейдем к самому интересному. Ну что ж, запускаем наш шарик. Для этого вам придется просто зажать этот шарик и пустить его по льду. К сожалению, этот шарик у меня летит или катится только по льду. Вот, и уже очередная кегля попадает. Можно заказать цель. Так. И все, пока идеально. Да. Как видите. Ну что же, зеленый шарик, ты готов? Черный шарик, к сожалению, ты остаешься пока одинок. Есть, все, хорошо. Что ж, давайте соберем все наши кегли и соберем все наши вот эти шарики. Так. И давайте, наверное, построим здесь самое большое количество вот этих кеглей. Так. Вот так. И что ж, готовы? Давайте запускаем и посмотрим, что у нас из-за этого выйдет. Так. Так, сбил, и... Ух ты, еще сбил. Осталось одна кегля, но это просто рекорд, друзья. Давайте попробуем сбить под углом. Ну, как видите, под углом наш шар просто останавливается. К сожалению, это так. То есть, на дощечках он уже останавливается. Ну, мы сломаем его вот так, и все. Ну, победили, друзья, все. Вот, ну, мод довольно прикольный. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.